Грязевые ванны для детей – новое предложение от неклюдовских властей. Детская площадка, которую установили во дворе многоквартирных домов, больше похожа на болото. Болото с качелями и горками. Детей в нем буквально засасывает. Какая красота! Опа! И все. И гулянье закончилось. Очень обидно. Вроде бы старались. Делали, но не продумали все. Ходим тут, плаваем, катаемся в сапогах. Я иногда выбираюсь, меня друзья спасают. Я его вытаскиваю. Тут упасть-то легко. Я все испачкал. Сейчас вот здесь жижа, дети просто тонут в ней. Вот на днях мы просто спасали мальчика, вытащили его без сапог, сапоги потом вытаскивали отдельно. Ногой, да? Держи, Сима, для равновесия. Да. Блин, поехал ты теперь. Залипнуть! Теперь иди домой, за форкой. А я нервы, уехали родители-то. Ну вот залезет ребенок сюда, ногу засосет в него, он упадет в лужу, задохнется, захлебнется. Ну легко, понимаете? Грунт не должен быть вот такой, который не пропускает воду. Как вот растаял и стоит уже около 4 дней, наверное, уже. Вода не уходит никуда. Я так представляю, что это не только весна, понимаете? Это, скорее всего, и после каждого дождя будет. Попытаюсь как-то поиграть, но это невозможно. Там очень засасывает сильно. Это просто решили поставить и поставили в грязь. И все. Убили деньги, и ладно. Либо это должен быть песок, который, ну, у него должны быть какие-то дренажные свойства, да? Либо это должно быть какое-то резинобитумное покрытие. Ну, как бы это, ну, дураку понятно, да? Ну, смысл вот от такой площадки, да? Хорошо, поставили, потратили деньги. Ну, куда потратили? Где они вот будут? Ну, что вот это такое? В местной администрации сообщают, что жители вообще-то должны радоваться тому, что эту площадку вообще построили. А проблему с грязью они скоро решат песком. Мы в прошлом году ее построили, уже в ноябре месяце мы ее запускали. Соответственно, мы завезли грунт, но его недостаточно и не посыпали его песком. В этом году у нас план именно осыпать песком эту площадку. И вот эта проблема просто она уйдет. Учитывая то, что до этого вообще там ничего не было, то, наверное, немножко надо подождать до июня, все будет хорошо.